revolverlab.com с прицелом на технику. Уютные золотые пляжи нашего любимого города Одессы готовы принимать гостей. Ну а мы, в свою очередь, готовы валяться сутки напролет на солнце, загорая и наслаждаясь теплой водой в море. И согласитесь, как было бы здорово наслаждаться пляжным отдыхом и в это время находиться онлайн, слазить по страничкам соцсетей, смотреть любимые сериалы, общаться с друзьями и банально выкладывать фотки в Инстаграм. Я вообще не представляю, что за отдых без Wi-Fi. К чему я это все говорю? Дело все в том, что сейчас, находясь здесь на пляже, я могу подключиться к Wi-Fi от компании Intertelecom и пользоваться достаточно быстрым 3G интернетом на скорости 5 мегабит в секунду. И все это прямо здесь, на пляже. И теперь благодаря сети Wi-Fi Hotspot от национального 3G оператора Intertelecom такая возможность есть у каждого одессита и гостя нашего города. Компания Intertelecom является национальным 3G оператором с наибольшим покрытием 3G в Украине, и это правда. В Wi-Fi зону Hotspot Intertelecom входят все самые популярные пляжи трассы здоровья, такие как Аркадия, Дельфин, Лонжерон, Отрада, живописные пляжи 10, 11 и 16 станции Большого Фонтана, а также просторные пляжи Лузановки. Подключиться к сети Wi-Fi Hotspot от Intertelecom очень легко. Заходим в настройки Wi-Fi на своем устройстве и выбираем Intertelecom Free в качестве точки доступа к Wi-Fi и подключаемся. Первые 10 минут пользоваться 3G интернетом Hotspot Intertelecom можно бесплатно. По окончанию тест-драйва вы можете подключить безлимитный 3G интернет на 24 часа всего за 9 гривен. Также оператор дает возможность подключиться к Wi-Fi Hotspot с почасовой, понедельной и помесячной оплатой. Таким образом, каждый может выбрать для себя наиболее удобное и выгодное тарифное предложение. Пополнить счет для доступа Hotspot Wi-Fi от Intertelecom можно тремя способами. Первый способ – это купить специальную скретч-карту, которая подается во всех салонах мобильной связи. Второй способ – это воспользоваться сайтом portmoney.com и пополнить счет при помощи своей платежной карты. Ну и третий способ – это воспользоваться услугами любого терминала, который находится на улицах нашего города, либо же во всех торговых центрах. И самый простой и традиционный способ – это оплата доступа к интернету при помощи SMS. На стартовой странице выбираете нужный тарифный план и отправляете специальное сообщение. Номер и текст сообщения для оплаты того или иного тарифного плана будут указаны на странице активации Wi-Fi доступа. И вы знаете, у меня всегда была мечта провести один рабочий день на берегу моря, и походу теперь эта мечта воплотится в реальность. На следующей неделе я куплю себе доступ на 7 дней к Wi-Fi на пляжах Одессы, буду каждое утро брать ноутбук, выбираться на море и совмещать свою творческую работу с приятным времяпрепровождением на солнечном пляже. Пока!